Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале «Про цветок». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о важных аспектах осеннего компостирования. Компосты являются современным, экологически безопасным и очень полезным удобрением для большинства растений. Почему для большинства? Потому что, разумеется, есть растения, которые не очень-то любят большое количество органики. Однако же, большая часть огородных растений, да и садовых, вполне отзывчива на хорошие качественные компосты. Какой компост является хорошим и качественным? Тот, который не содержит чувствительных растениям, под которые вы будете подкладывать этот компост, болезней и вредителей, который содержит достаточное количество питательных веществ и который содержит дружественную микрофлору. За мной находится компостная куча, в которой созревает чистый листовой компост. Осенние листья складываются и компостируются естественным образом. Примерно через год этот компост превращается вот в такую хорошую, рыхлую, очень питательную землю, которая, конечно же, является источником энергии и для полезной микрофлоры, и для самих растений. Многие спрашивают, наши подписчики, как же ускорить созревание компоста, потому что, по сути, такой вот компост, такая вот рыхлая, пышная земля получается примерно в течение года. То есть в прошлом году сюда листья навалили, и через год примерно здесь получается уже приемлемая для использования земля. Конечно, рынок реагирует на такие вопросы и начинает насыщать магазины различными средствами по ускорению компостирования растений. На самом деле, если смотреть широко на этот процесс, то особо никакие ускорители компоста и не нужны. Есть просто несколько правил, которые связаны с биологией тех микроорганизмов, которые уже существуют на листьях, в компосте, который уже созревал. И этими правилами можно пользоваться, совершенно не тратя никаких дополнительных средств, денег на покупку каких-то специальных ускорителей. Итак, первый вопрос, на который необходимо ответить: как же лучше компостировать? Аэробно, с доступом воздуха, или анаэробно, без доступа кислорода, без доступа воздуха? Эти два способа являются, ну, самыми распространенными, и споры идут до сегодняшнего дня. Когда компостирование происходит без доступа кислорода, в этом случае компост содержит гораздо больше питательных веществ. Это связано с тем, что микроорганизмы без доступа кислорода не могут в полной мере окислить ту органику, которая содержится в листьях или каких-либо растительных остатках. В этой связи, конечно, упаковка в черные, например, ну как самый распространенный вариант, пакеты листьев, каких-то остатков растений, травы скошенной, соломы, сена и так далее, уплотное увязывание в этих мусорных пакетах и оставление при комнатной температуре относительно теплой является хорошим способом получения анаэробного компоста. К недостаткам анаэробного компоста можно отнести довольно резкий такой специфический запах гниения, который появляется у такого компоста. Однако же, раз мы укупориваем мешки, то в этом случае подобного запаха можно не бояться. Анаэробное компостирование происходит медленнее, чем аэробное компостирование. Однако же, если такое компостирование ведется в мешках, и они хранятся при достаточно высокой температуре, то есть 18-20 градусов, то в этом случае компостирование происходит достаточно быстро, поскольку процесс компостирования всецело также зависит от скорости процесса и от температуры. Чем выше температура в пределах до 30 градусов, тем быстрее идет процесс компостирования. Аэробное компостирование предполагает периодическое перелопачивание компоста с тем, чтобы обеспечить гниющую вот эту массу, разлагающуюся массу, кислородом и дать преимущественное развитие аэробной микрофлоре. Процесс компостирования
компостирование идет быстрее. Однако же в каких-то ограниченных условиях объемов это сделать просто невозможно. Вы все равно будете очень сильно зависеть от температуры окружающей среды, которая в зимнее время опускается довольно низко, хотя в середине самой кучи температура может оставаться высокой за счет прохождения микробных процессов. Как же ускорить компостирование аэробного компоста, который вы периодически перелопачиваете? Листья, травы сухие, которые образуются осенью, растительные остатки, хоть и содержат значительное количество калия, однако обеднены азотом и фосфором. Бактерии, грибки, которые отвечают за процесс компостирования, весьма отзывчивы на добавление этих элементов питания. Поэтому даже небольшое добавление источника азота и фосфора в компост является прекрасным подспорьем. Одним из важных источников азота и фосфора для компоста вот такого растительного является навоз или птичий помет. В этом случае, когда вы осенью используете навоз, не разбрасывая в осенний период его по грядам, даже с небольшой заделкой, а для перемешивания с растительными остатками, в этом случае вы получаете превосходного качества компост, который у вас будет готов уже к весне. Если вы не пользуетесь этими органическими удобрениями, в этом случае на каждый примерно квадратный метр компоста высотой, растительных остатков высотой до 50 сантиметров, выбросьте одну жменю суперфосфата и одну жменю любого азотного удобрения, за исключением разве что сульфата аммония. В этом случае вы в достаточной степени обогатите растительные остатки азотом и фосфором, а кроме того, и компост ваш будет обогащен этими элементами питания, причем они уже будут включены в органическую форму, и что достаточно благоприятно скажется на росте и развитии будущих растений. Укрывать или не укрывать компостную кучу на зиму? Некоторые говорят, что укрывать обязательно, иначе осадки осенью, зимой, весной вымоют значительное количество питательных веществ. Разумеется, что вот такую вот компостную кучу укрывать не следует. Толщина вот этого слоя здесь уже значительная, более метра, и поэтому никакого риска вымывания осадками не будет. Напротив, будет происходить увлажнение компостной кучи, и в этом случае микробы будут развиваться гораздо активнее, чем в случае, если она пересыхает. Вы можете накрыть ее, конечно, полиэтиленовой пленкой для того, чтобы избежать попадания туда излишней влаги, если в вашей зоне у вас избыточные осадки, и площадь вашей компостной кучи не так уж и велика. В этом случае вы создадите анаэробные условия, однако же даже при добавлении источников азота и фосфора не ждите того, что ваш компост к весне будет готов. Он может быть готов только в случае, если вы все-таки туда добавите значительное количество навоза или куриного, или другого птичьего помета. Количество помета, которое следует добавлять вот в такие кучи, равно примерно 1-2 большие горсти сухого помета на квадратный метр компостной массы высотой примерно до полуметра. В случае же, если вы добавляете навоз, то тогда можно смешивать примерно 1:3, то есть на одну часть навоза 3 части растительных остатков. Использование навоза будет достаточно экономным, а качество компоста будет очень и очень высоким. Одним из компромиссных решений, когда вы сомневаетесь, то ли будет много осадков, то ли мало, то ли надо, чтобы у вас побольше осталось там в компосте питательных веществ, то ли надо, чтобы они поскорее образовались, я вам рекомендую следующее. Берете растительную массу, которая у вас навалена вот такой вот традиционной обыкновенной кучей, или она навалена в компостник, в ящик, что вообще будет очень-очень хорошо. Вот добавляете туда на квадрат
квадратный метр высотой до полуметра вот этой растительной массы, горсть суперфосфата любого, горсть мочевины, например. Можете немножко это грабельками, там, лопаткой перемешать, можно не перемешивать. Все это как следует переслаиваете и закрываете спанбондом. Спанбонд пропускает воздух, спанбонд частично пропускает влагу. И в этом случае в наружной части компостника у вас будет идти аэробное образование компоста. Во внутренней части вашей ямы или кучи, или вот этого ящика, будет происходить анаэробный процесс. И не трогайте, минимизируйте свои затраты труда на вот это вот все, на эти все процессы. Перелопачивание, там, аэрации или еще чего-то. И поверьте, к весне в этом случае у вас получится прекрасный компост. Вместо суперфосфата вы также можете в той же дозе добавлять костную или фосфоритную муку. Фосфатмобилизующие бактерии, которые частенько содержатся в таких субстратах, сделают свое дело, мобилизуют этот фосфор и для себя, и для других микроорганизмов, а впоследствии и для растений. Если вы сомневаетесь, что количество фосфатмобилизующих бактерий там будет достаточным, используйте препараты фосфатмобилизаторов, фосфатовит и другие, которые обладают такой функции. Кроме того, заселение гриба триходермы в эти компостники является очень и очень благоприятным, поскольку в этом случае вы получаете биоактивированный компост, который содержит значительное количество триходермы, и вам не надо уже будет весной беспокоиться о том, где достать препараты триходермы. Этот компост будет содержать триходерму в огромном количестве. И то же самое касается гриба метаризиума и баверии, которые уничтожат заодно и остатки вредителей, которые могли попасть субстратами растительными в этот компост. Не опасайтесь, что пострадают, например, дождевые черви. Дождевые черви абсолютно устойчивы и к метаризиуму, и к баверии, и к сенной палочке. Не верьте пустым каким-то сообщениям блогеров о том, что сенная палочка, там применение фитоспорина, других препаратов на основе сенной палочки убила червей. Это все абсолютно пустая болтовня. Используйте проливы, однократные или несколько раз можете пролить за время приготовления компоста этими препаратами, и вы получите поистине ценнейшее биотехническое средство для удобрения и для защиты ваших растений на весь будущий сезон без каких-либо дополнительных затрат. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!